Он готовится поучаствовать в гонках. Не может усидеть на месте, рвется в бой. Для Цезаря это первые собачьи бега. На профессиональном языке это курсинг, то есть испытание с приманкой. Хозяйка внушительной борзой признается, к забегу готовились, набирали скорость, развивали мышцы. Готовимся мы очень просто. Приходим на тренировки, которые проходят здесь же на песках. Регулярно, раз в неделю. Ну, не всегда получается каждую неделю по выходным. Всего 3 занятия и непреодолимое желание выйти на старт. Оскар – обольститель сердец по паспорту, а для своих просто бой. Рожден для собачьих бегов. Игривый, шустрый и озорной – особенность американского стаффордширского терьера. Развивает не только собаку, да, но и, соответственно, физически ее развивает. И также, в любом случае, это социализация собаки. Старт дан, впереди порядка 600 метров трассы с крутыми поворотами. Доги, таксы, стаффы в парах бегут, порядка 80 собак. Усиливает азарт импровизированный заяц, за которым и гонятся четвероногие. Побеждает тот, кто финиширует первым. Размер собаки, скорость и порода – так подбираются соперники. Добежит до финиша быстрая и первая – та собака, которая правильно сложена. Здесь имеет право гармоничное сложение, плюс ее физическая подготовка – это же все-таки скоростное мероприятие. Ну и плюс, наверное, владелец, если он хорошо тренировался и готовился, то у него есть шанс на победу. В перспективе организаторов сделать такие дрэк-рейсинги регулярными, а через год провести в Казани Кубок России. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.